Всем здравствуйте! Сегодня у нас платье в стиле боха, которое вы видите на манекене. Мы начинаем с вами плавно переходить в осень. То есть немножечко удлинили рукав, использовали ткань не совсем еще теплую, а также мягкую, легкую, и получили прекрасный силуэт платья, которое смотрится вот бочоночком к линии низа. Давайте теперь это платье рассмотрим подробно. Круглый вырез горловины. Платье отрезное, но не по линии талии, технический рисунок там более видно, потому что здесь все сочетается красиво. Отрезное чуть выше линии талии, выточка нагрудная и талевая расположены в защипах. Сначала я хотела делать выточку, но защипы будут смотреться лучше. Рукав мы сделали расширенный по линии низа и вставили сюда резинку. Резинка должна быть тоже мягкой, легкой, не обволакивать руку, а быть свободной, но при этом держать красивую форму рукава. Далее платье у нас расширяется. Мы его расширили. Затем оно у нас опять отрезное и заужено. Мы его как бы сделали трапецию и потом по линии отреза отзеркалили в линию низа. Платье также имеет два карманчика. Карманчики рабочие, очень удобные, расположены в швах. Это замечательное платье для Ларисы. Мы когда делали планы на неделю, говорили о том, что наши платья уже доступны в продаже, и оно сразу же в тот же день было уже и приобретено. А потом мы уже его сшили. И теперь сегодня сразу отправляем. Отправка у нас очень быстрая. Использовали для этого платья штапель Бельмондо. Он очень классный, он очень и мягкий, и приятный в носке. У меня уже неоднократно и ни одно изделие из штапеля Бельмондо, которое я люблю, оно у меня, знаете, в таком разряде. И есть платья, которые я повседневно надеваю, и есть, которые домашние, тоже именно со штапеля Бельмондо. Он из интернет-магазина Атлас, ссылочку оставляем вам в описании. Мелкий-мелкий принт и оливковый оттенок. Я перед тем, как показывать это платье, думаю, ну, сейчас зайду, посмотрю, сколько же там Бельмондо, потому что выбор огромный в магазине, и там Бельмондо около 40 разных оттенков и принтов, и когда я зашла в один оттенок, ну, я сразу влюбилась, мне надо еще заказывать там такой голубой цвет джинсовый, и на нем мелкие белые цветочки, просто шикарный. Надо срочно заказывать и что-то шить, может быть, даже в стиле вот этого платья, которое на мне. Что здесь? Два шва, прорезанные рукавчики, и все классно и хорошо. Еще раз вам покручу это платьице, покажу его, как оно смотрится именно по силуэту. Для фасона такого платья нужны ткани мягкие. Если взять, ну, мягкие или тяжелые, вот можно взять, допустим, трикотаж и сшить тоже такое платье, но трикотаж, он же тяжеленький, это я имею в виду более такие зимние-осенние, да, варианты, то за счет тяжести оно тоже будет вот держаться и будет спадать. Но все равно мягкость должна присутствовать, потому что если взять сильно формодержащую ткань, оно будет, ну, вот само по себе. А здесь все красиво, все будет прилегать, и я очень надеюсь, что оно Ларисе подойдет, и она его будет с удовольствием надевать. Для моделирования переснимаем выкройку основу, которая есть у нас на канале. Как ее построить, ссылочка в описании. Переснимаем полочку, спинку и рукав. По рукаву сразу с вами внесем изменения и будем откладывать его вниз. Длина рукава по желанию, то есть он может быть длиннее, может быть короче. Я сейчас, вот у меня он 30 сантиметров, потом при раскрое я еще длину добавлю, но я делаю следующее. Вот у нас высшая точка оката рукава, я вот здесь вот разрезаю до высшей точки, не дорезаю пару миллиметров, и вот так вот каждый отрезок еще, ну, поделю визуально пополам. Рукав по линии низа я его расширяю. Этот рукав, ну, будет, как вам сказать, обеспечивать хорошую посадку, независимо от того, полная рука, либо не полная.
И сейчас подкладываю и фиксирую. А потом, если вы хотите удлинять, значит, просто-напросто мы будем, ну, продолжать по имеющимся линиям. Таким образом, рукавчик мы расширяем по линии низа и даем возможность его потом припосадить на резиночку, либо на манжетик. Приблизительно расширяю я сантиметра на 3-4. Ну, то есть вот каждая у меня часть расширяется на 3-4 сантиметра. Все, рукав готов к раскрою. Откладываю его в сторону. Работаю со спинкой. Платье сделаем отрезным, приподнимаюсь вверх от линии талии на 5 сантиметров. Ну вот смотрите, у меня есть линейка на 5 сантиметров ширина, поэтому вот так вот 5 сантиметров я и прокладываю линию. Выточка, которая есть, я ее так и оставлю, она у меня будет. Единственное, что вот здесь я прибавлю чуть-чуть, ну допустим, хотя бы по сантиметру, да. И вот здесь тоже я пишу 1 сантиметр, и вот здесь 1 сантиметр. То есть таким образом как бы немножко я расширю. Ну, это можно сделать и сразу, подложив бумагу. Я вот взяла, вырезала, видите, а теперь подкладываю. Давайте я уже вот так вот сделаю. И выхожу за пределы. Еще на сантиметр, тем самым, смотрите, мы здесь свободу добавляем, а выточку делаем, и по спинке будет красивая посадка. Вот так. И здесь вот такой мягкий, плавный переход. Отрезаем нижнюю часть, там, где юбка, мы еще будем работать. И верхняя тоже еще у нас в работе, тоже будет часть. Поэтому зафиксирую. Здесь я подпишу, что это спинка. Посередине спинки можно сделать шов. Можно не делать. Тоже будет зависеть от вашего желания. Следующее, что я делаю, ну и здесь тоже подписываю спинка. Пока так. То же самое сразу делаю на полочке. 5 сантиметров. Но здесь у нас, смотрите, есть линия понижения. Мы можем с вами сделать по прямой, можем по линии понижения. Если размер большой, делайте по линии, там, где мы с вами понижали линию талии. Если размер, ну вот до 50, наверное, второго, то можно и не понижать. А у нас здесь еще и 54. Давайте тоже, ну, сделаем вот такое вот, ну, как бы понижение, да, 5 сантиметров. И здесь вот я обозначила, и теперь вот так вот выведу эту линию. То же самое по боковой линии. Проделываю то же самое, то есть добавляю вот здесь 1 сантиметр. Можно сантиметр, можно полтора. Ну, вот такой вот плавный-плавный переход. То есть немножко мы с вами расширили, смотрите, именно по линии талии. А линия груди, она осталась неизменной. Здесь свободы. Совсем чуть-чуть, и платье не должно быть широким. Но я имею в виду по линии груди. Оно будет более, ну, более таким облегающим, скажем так. А у нас полочка. Я пишу полочка, пишу сгиб. Здесь тоже пишу сгиб, да. По спинке может быть вверху сгиб, может быть шов. Это можно рассмотреть по-разному, в зависимости от того,
даже как у вас с тканью получается, либо не получается. Пока юбки откладываем в сторону и поработаем с вами с полочкой и спинкой. Расширяем линию горловины, оставим вытяжку на плечевой линии, но немножечко ее сейчас сместим. Что я имею в виду? Смотрите, мы с вами расширяем линию горловины, ну, допустим, сантиметра на 3, да, вот так, на 3. И сразу идет вытяжка. Это немножко, ну, неправильно и некрасиво. Поэтому мы делаем с вами следующее. Сейчас вот эта часть вытяжки, вот, да, ее один край остается на своем месте, а эту мы переносим сюда, то есть 2 сантиметра, вот они, я их переношу. Вот так. Вот так это будет. Линия горловины углубляю буквально на 5 миллиметров. По выточке нужно сейчас посмотреть, чтобы была красивая плечевая линия. Значит, что я имею в виду? Смотрите, вот здесь, когда мы с вами вытяжку вырезаем, вот ее новое место расположения. И когда мы ее соединяем, вот так, да, то у вас должна быть красивая линия. То есть посмотрите, чтобы у вас не было каких-то вот здесь вот, ну, вершинок, да, выступающих. Если что-то есть, мы, естественно, с вами должны уравнять. Уравнять я имею в виду, что выточка имеет у нас одну, вторую сторону, и вот они должны быть одинаковые. Но вот здесь у меня, в принципе, все сошлось, все получилось. Выточка по линии низа для лучшей посадки тоже остается. Здесь все хорошо. Теперь работаем с полочкой. Выточку на грудную перенесем в линию талии. Зафиксируем. На самом деле, я вот сейчас, знаете, на что обратила внимание? На то, что мы с вами вот здесь вот добавляли. То, что добавляли, можно не добавлять. Я его сейчас просто уберу. Что я имею в виду? Сейчас объясню. Смотрите, мы с вами, вот здесь я взяла, разрезала, и выточка талиевая, я ее не вырезаю. Таким образом, она получается у нас и расширяет линию низа. Да, вот, вот эта же величина. Поэтому я сейчас выточку на грудную закрываю, провожу здесь правильную плечевую линию. Когда переснимаешь так быстро, то вот, вот так. И сразу же, если мы с вами прикладываем, равняем срезы, вот смотрите, середина спинки и середина полочки. Вот так вот, если мы с вами выравниваем, то сразу мы увидим, насколько нам нужно расширить линию горловины. Для хорошего прилегания мы можем расширить немножечко меньше. Совсем чуть-чуть меньше, поэтому я расширяю и сантиметра на 3 углубляю. Ну, можно даже чуть-чуть больше углубить. Давайте еще сантиметр углубляю, для того, чтобы было более такое, ну, свободное, дышащее платье. И теперь срезаю, проверяю плечевую линию. Почему я это делаю? Я переснимаю очень быстро. Взяла и так, знаете, размашисто все пересняла, а потом в итоге у меня может иногда даже не сходиться и плечевая линия. Где-то быть короче, где-то быть длиннее. И вот в моем, в этом случае, ну, как бы, да, все сошлось, все нормально. Так, выточка. Вот эта выточка, мы ее с вами оставляем вот здесь, только сделаем ее меньше. Она не будет прям выходить вот сюда вот к вершинке. Мы ее должны с вами укоротить. И можно ее сделать еще чуть-чуть поменьше, вот сам раствор выточки. А можем оставить такой. Это зависит еще от размера. То есть насколько выточка большая и насколько она открылась. Ну вот здесь насколько открылась, да? Давайте посмотрим.
открыла здесь на 5,5 сантиметров. Ну, смотрите, я ее делаю короче. И вот так вот, наверное, миллиметров по 5 с одной и с другой стороны я ее, ну, вот так вот делаю, вот такой. Проверяю, чтобы каждая сторона была одинаковая. Значит, смотрите, вот здесь я беру вот 9 сантиметров, да, и здесь тут точно так же выкладываю, чтобы было 9 сантиметров. То есть получается, что выточка у нас поменялась. Можно выточку здесь не делать. Здесь можно сделать даже вот такой защип, либо складочку. То есть может быть по-разному. Можно сделать выточку. Будет лучшая посадка тогда по линии груди. Ну, вот так вот, как есть, так и остается. Единственное, что нужно взять теперь полочку и проверить, как у нас с вами вот здесь все сходится. Потому что мы там немножко расширили. Я имею в виду вот за счет выточки. Там добавили, там сняли. Ну, к моему удивлению, смотрите, все сошлось. Все сходится, все хорошо. То есть верхняя часть у нас готова. Теперь поработаем с нижней частью. И начну я сейчас работать со спинкой. Сама длина юбки у меня еще будет удлиняться. То есть смотрите, здесь сейчас от линии талии я беру 60 сантиметров. А длина юбки в общем у меня будет, ну, наверное, сантиметров 78-80. Поэтому я сейчас от линии талии сделаю вот, ну, наверное, давайте так, сантиметров 55. Вот так вот, сантиметров 55. Значит, сейчас у меня длина, где-то тут надо мне написать, 55 сантиметров. То есть я вот так вот снимаю излишек, а потом буду еще добавлять. И здесь делаю точно так же, ту же величину я снимаю, чтобы была одна длина. Мы будем с вами отзеркаливать линию низа. Разрезаю. Снизу, ну, вот так вот к выточке, не дорезая до самого края, раздвигаю. То есть вот здесь момент, насколько вы хотите сделать трапецию, да, вот эту вот вы посмотрите. Помимо того, что я раздвигаю, здесь сколько у меня получается сантиметров? Ну, давайте на сантиметров 14. Вот так раздвигаю. 14. Фиксирую по линии низа. Сейчас отмечу 14. Вот эта точка. И по боковому срезу, смотрите, вот так, когда я буду кроить, мне тоже хочется добавить сантиметра 3, да? Ну вот смотрите, прям просится вот так вот линия. Не знаю, видно вам или не видно, но чтобы была вот эта линия правильная. Давайте я вот так вот приложу. Вот, видите, когда линейку беру, вот остается вот это пространство. Поэтому я сюда себе пишу при раскрое 3 сантиметра. 3 сантиметра добавить. Хотите, сразу берите, прикладывайте. Фиксируйте. То есть можно сделать и вот так. И сейчас вот эту линию можно провести. А потом дальше уже доведем. Таким образом мы с вами, ну и здесь хотя бы вот так вот сантиметр снимаем. Почему снимаем? Потому что будет по косой платье, вот эта сторона, она будет длиннее. И снимаем, соответственно, ну, постепенно.
да, вот так. Полочку делаем точно так же, 14 сантиметров, и прибавляем низ. А потом просто, как я вам говорю, мы будем отзеркаливать. И будет получаться здесь у нас линия, идущая на сужение. Полочку доделывайте сами и приступаем к раскрою. Я все уже раскроила, сделала припуски по швам, естественно, по всем. Отметила место расположения кармана и раскроила 4 детали мешковинки. Если мы с вами посмотрим, как нужно раскроить и где должна быть вообще размещена линия начала кармана, то у нас с вами есть линия талии. От линии талии можно опуститься на 5, 7, 8 сантиметров и потом уже строить карман. Нужно его строить таким образом, чтобы у вас входила рука и был запас с одной и с другой стороны. Вот дублирующие материалы. Теперь полочка. Смотрите, вот она у нас перетекает мягко в линию низа. Идет расширение, то есть в этой области не будет платье сильно широким. И линия низа, она у нас отзеркаливает. То есть смотрите, вот так вот, да, если мы перекладываем, или вот, смотрите, я накладываю поверх. И мы с вами получаем ту же конструкцию. Единственное, что обращаю ваше внимание, вот на эту, на сам низ. Вот здесь вот по линии низа я добавила еще 2-2,5 сантиметра для того, чтобы мы с вами могли, ну, сделать удобно шаг. И линия низа просто выполняется в подгиб. То есть какая величина подгиба, можно решать самостоятельно. Поэтому на платье нужно 2 длины изделия. Со сгибом у нас и полочка, со сгибом спинка. Детали я сразу обтачки раскроила. Спинка точно так же все выкладывается. И рукав. Сам рукав я удлинила. Манжет по линии низа. Смотрите, вот рукав получается вот таким. Да? Вот он у нас прям дугой идет. А манжет, который будет пришиваться, он прямоугольник. И, естественно, вот так вот все собирается. Здесь тоже все тогда фиксируется. Сначала пришивается манжет по линии низа, да, вот так выкладывается, излишки потом срежем, то, что не надо, вдевается резиночка, все зашивается и удобно носится. Резинку сделала таким образом, чтобы она была свободной. Я имею в виду свободной в каком плане? Ну вот смотрите, у нас с вами вот где локоть, ну как бы место, сейчас поверну, оно и свободное должно быть, чтобы спокойно рукавчик имел и присборку, и не мешал.